Это музей, который притягивает внимание, притягивает тому, чтобы с ними поработать, поучаствовать. Я на протяжении 10 лет являюсь членом попечительского совета музея, и этот интерес, он подогревается как бы вот именно желанием что-то создавать здесь. Придумывая проекты, понятно, что фонд, структура по количеству работников очень маленькая. И для того, чтобы реализовать тот или иной проект, нужна четкая, слаженная команда. История успеха любого проекта или объекта, или это команда. Команда, которая может творить, может создавать, отвечать за результат. И тогда с ними интересно и хочется работать. И команда, которая всегда работает в Краеведческом музее, и наши совместные проекты – это всегда 100% успех. Идея создания экспозиции, посвященной истории Ставрополя и Тольятти, изначально, когда была предложена, и она обсуждалась на одном из советов фонда, директор Наталья Михайловна предложила еще только идею. Она была сформирована в эскизе, и она докладывала ее на совете фонда. Однозначно совет поддержал этот проект, и наши участники поддержали, сказали, что будут ежегодно помогать в создании этой экспозиции. И вот постепенно, в течение стольких лет, экспозиция уже построена. И мы были счастливы, что в прошлом году, финал, декабрь, экспозиция закончена. И она предстала уже перед нами в полной готовности. И та идея, которая была обсуждалась, она воплощена. Есть чем гордиться музею. Нам есть чем гордиться как фонду, что мы эту идею поддержали. И частично есть вот наше финансовое участие в этом. Я хотела бы сказать, что вообще тема благотворительности стала развиваться вот в современных условиях где-то в конце 90-х годов. То есть когда начал развиваться бизнес, частный бизнес, перестало быть вот бюджетное полное финансирование всех учреждений, которые были всегда как бы у нас поддержаны, музеи, театры и так далее. То есть возникла проблема как раз в финансировании вот различных новых идей, проектов. Ну, вообще благотворительность всегда была на Руси. А если сказать за последние 9-10 лет, то, конечно, она развивается очень активно. Первым проектом это было создание памятника Татищеву. Это грандиознейший проект. Более 20 человек, участников фонда, которые собирали средства, это были колоссальные средства для того, чтобы сделать памятник Татищеву, символ города. 25 лет он стоит и радует жителей, гостей, то есть это место знаковое. Я пришла директором фонда в 2010 году, и одной из первых идей и программ была создана с нашим учредителем Николаем Вартановичем Абрамовым. Он почетный гражданин города. Он говорит, ну я вот располагаю средствами, которые он получал за звание почетный житель города. И вот эти средства он направил на свою программу. Мы ее назвали фонд почетного гражданина Николая Абрамова. И начали программу с поддержки работников культуры. И он учредил свои личные премии, именные премии Николая Абрамова. И с 2011 года ежегодно мы проводим конкурс и финансируем премии Николая Вартановича Абрамова, его имени, для работников культуры. Также мы стипендии. Ему понравилась тема Краеведческого музея, потому что здесь находится та точка, которая действительно сохраняет историю города. Он рассказывал, что вот надо это все помнить, как строились заводы, как создавались спортивные объекты, культурные объекты. Где, как не в музее, нужно собирать и аккумулировать эту информацию. Как-то вот надо это активизировать, чтобы дети, школьники знали историю города. Мы придумали вот такую идею – викторину по краеведению. И мы на протяжении уже 10 лет, в этом году 10-я викторина, проводим ее. Каждый год она имеет новую тему.
И каждый год школьники приходят сюда, то они проходили квесты, они делали свои проекты, то есть проекты, направленные на изучение какой-то исторической темы. Лучшие проекты здесь были, защищались, и победители получали стипендию имени Николая Вартановича Абрамова. И когда его не стало, Николай Вартанович, его тема продолжит его сын Олег Николаевич, и он ежегодно финансирует эту программу, и мы ему очень благодарны за выдвижение дела его отца. Надо сказать, еще завод Кубишев Азот эту тему тоже поддерживает и ежегодно финансирует стипендии для школьников, победителей этой викторины. Как оказалось, вот эта тема краеведения сейчас вошла уже в программы школьные. Мы этому крайне рады, потому что еще краеведение можно изучать не только сидя за партами, но еще прийти в музей и посмотреть воочию, как это было, услышать из первых уст рассказы, как строились заводы, как строился город. И вот это место притяжения, то есть когда складываются пазлы, получается очень интересная, правильная картина. А школьники, узнавая новое, наверное, будут помнить все-таки и знать, в каком городе они живут. Фонды выстроены очень надежные и очень добрые отношения, которые длятся на протяжении не года, не двух, а десятилетия. Когда однажды, придя в фонд и начиная ту или иную программу, благотворители остаются с фондом работать, сохраняя и свою тему поддержки того или иного направления, развивая его, увеличивая средства и так далее. То есть это, конечно, очень радует, что фонду есть доверие. Мы участвуем в грантах, в субсидиях. То есть это тоже одно из способов привлечения средств для проектов города. У фонда очень широкая линейка благотворительных направлений. Фонд как аккумулятор, который привлекает, к нам приходит много обращений, то есть и помощь детям, и развитие различных учреждений, новые проекты, которые учреждения культуры хотят реализовать. Мы, как бы аккумулируя вот эти идеи, представляем их на совете фонда, и наши участники, при рассматривая тот или иной проект, принимают решение о том, финансировать его, собирать на него средства и каким образом поддержать ту или иную идею. Есть идеи, которые совершенно отметаются, потому что может быть просто нереально. То есть, например, ну, условно говоря, 10 миллионов на какой-то один проект, который, ну, просто их таких средств никогда не соберем. И они не рассматриваются как бы отрицательные. Но идеи интересные, адекватные, очень как бы актуальные для города, они, как правило, всегда рассматриваются положительно, и мы их стараемся реализовать и помочь. И это очень приятно.